Детям расскажут о Петре Великом. Небольшой театр запускает новый интерактивный проект. Пока на сцене идут обсуждения деталей постановки, в цехах небольшого театра шьют костюмы и изготавливают декорации. Все мобильное, так как показы спектакля пройдут в библиотеках и музеях города. Возрастная категория зрителей от 6 до 10 лет. Наша задача будет состоять в том, чтобы мы за примерно полтора часа познакомили детей вот вышеозвученной целевой аудитории с тем, кто такой был Петр Первый, чем он знаменит, почему он великий, какие ключевые факты его биографии стали основополагающими для страны. Проект реализуется на грантовые средства президентского фонда культурных инициатив. Предполагается, что премьерный спектакль состоится в конце марта в Ульяновской областной библиотеке имени Аксакова.